и кровь. Не в глаз, а в бровь, забудь про любовь. Патроны заготовь, матерись злословь. Смерть врагам уготовь, ты темный воин, который на все готов. Первая часть игры вышла 3 года назад. Брат, ты был рад, как и все подряд. Благодарили разрабов за эту супер игру. И вот сейчас вторая часть продается вовсю. Лаванг не отошел от дел, он ждал своего часа. Когда достойное дело придет и будет мясо. Когда он вновь сможет пустить в дело свою катану. И вот тот самый момент, и я томить вас не стану. От катаны до бензопилы твой арсенал. Тебе на выбор дадут чуть ли не биг факинг ган. Тут и там десятки разных монстров. Твое оружие способно разнести целый остров. В этой кровавой мясорубке помните про камни. Ну улучшение камни уже забыли, парни. Без них вам будет худо, особенно тогда, когда включаешь сложность, не пройдешь ни хрена. Камни имеют много разных эффектов. И даже пушки твои от них зависят. В этом огонь, яд, мороз или электричество. Сделай особенным ствол и рви твари мифические. Конечно, и для персонажа прокачка есть. Создавай машину и на вражину лезь. Еще сильнее, опять же, камни сделают вас. Это не шутка, серьезно, не своди с них глаз. Скопи энергию ци, великий воин дракона. И тогда тебе враги не дадут отпора. Используй уличную магию и будь на коне. Ты хоть и не Дэвид Блейн, но победишь в войне. Кооператив в игре должен был дать толчок. Но вы старичок, этот мир жесток. И вместо буста с коопом получила игра кучу багов, которых нужно фиксить сперва. Вокруг мяса все красочно и задорно. Но долбанные пиндосы, как бы сказал Задорно. Все уровни и действия между собой похожи. 8 баллов за геймплею бы он был несложным. Эта игра стоит всего 700 рублей. Но за эти деньги можно восхищаться ей. Одна графика, пусть хоть и не супер в итоге, но на 8 баллов точно понравится многим. Одна из фишек — это фразы главного героя. А вот в самом замесе, когда кровище моря, не всегда впечатляла музыка в игре. 8 баллов, надеюсь, что согласны все. Сюжет здесь есть и довольно неплохой, кстати. Не шедевр, конечно, но может многим вкатит. Да по сюжету нужно делать одно и то же. Но на 8 задумку оценить можно. Твердая 8, как самый твердый материал. В итоге я, конечно, рад, что в игру поиграл. За эти деньги я советую купить ее всем. Ведь если нет вокруг монстров, то и нет проблем. Не забывай, что только на этом канале впредь выходят те проекты, что вы желали. Рэп-кино и рэп-гейм будут ждать тебя здесь. Это рэп-гейм-обзор, я отдался вам весь.